Добрый день! Магазин «Звездочет» представляет вашему вниманию бинокулярную приставку от компании Deep Sky. Чем интересен данный аксессуар и для чего он нужен? Мы с детства привыкли смотреть на мир двумя глазами, но телескоп ограничивает эту нашу естественную возможность. Как раз для таких случаев и существует бинокулярная приставка. В нее мы можем смотреть двумя глазами и видеть перед собой псевдостереокартинку, которая гораздо легче нами воспринимается, чем обычное моноизображение, которое мы видим в окуляр телескопа. Данная приставка совершенно спокойно используется вместе с телескопами-рефракторами и с телескопами системы Шмидта-Кассегрена. Если мы хотим применять данную приставку на телескопах системы Ньютона, нам для этого потребуется линза Барлоу. Световой поток, попадая в бинокулярную приставку, делится системами призм на два пучка. Единственный минус любой биноприставки, не обязательно этой, это то, что нам потребуется купить второй дополнительный окуляр. Может. Бинокулярная приставка приятно удивляет качеством изготовления. Полностью металлический корпус. Система фиксации окуляров, не повреждающая посадочную юбку. Полностью просветленные поверхности призм.